«Самарчане с рождения за правила движения». С такими плакатами воспитанники детского сада «Ромашка» выходили на улицы. Чтобы узнать, зачем на дорогах нужны правила, встречались с инспектором ГИБДД. Сегодня ребята и их воспитатель в числе лучших на фестивале «Я узнаю мир». Правила дорожного движения нужно знать, чтобы себя сохранить и всех других. На творческие начинания воспитатели вдохновляют дети. Темой для проекта может стать даже обычный бумажный самолетик. Все выросло из вопросов детей, из наших игр, увлечений. Дети всегда любили складывать из бумаги свои игрушки, которыми играют. Ну, а когда возникли вопросы, тогда уже и задумались о том, что это очень интересно, и надо расширять эту тему. Фестиваль «Я узнаю мир» проходит в Самаре уже 6 лет. Творческие проекты воспитатели и старшие дошкольники создавали коллективно. Жюри определило лучших в 4 номинациях – путешественники, экспериментаторы, историки, коллекционеры. Всего 14 проектов из 155, которые были представлены на конкурс. Главная задача фестиваля – привить детям любовь к учебе. Когда развивается вот эта поисковая, исследовательская деятельность, это очень здорово с раннего возраста и в течение всей жизни ребенок должен осознавать, что он должен учиться, он должен постоянно повышать уровень своей культуры, уровень своей образованности. Для того, чтобы вот это вот желание учиться, мотивация учиться, она начиналась с дошкольного возраста и прошла через всю жизнь. Победители фестиваля «Я узнаю мир» получили памятные награды. А в детские сады, где работают и воспитываются авторы лучших проектов, будут направлены денежные премии. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События».